Так каждый день жительница дома номер 4/3 по улице Курчатова Нина Николаевна Сафронова поднимается на 8-й этаж. А все потому, что в ее подъезде третий месяц не работает лифт. Чтобы спуститься и подняться к себе в квартиру, у 80-летней женщины уходит порядка 40 минут. Как подходишь к лифту с магазина, если что купил, и думаешь, господи, как бы подняться? Ну что, а подниматься ведь надо. Ну вот так вот и поднимаюсь. С шажками, шажками. Потом на перила ложусь и лежу, отдыхаю. Больше никак. Я прихожу вся в поту. Жители дома не раз обращались в различные инстанции, писали письма в лифт-ремонт, говорили о проблеме депутату по округу и звонили в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. Ответные письма от служб собственники получали. Правда, никто из них не давал точного ответа. Когда же заработает лифт в подъезде? А управляющая компания, по словам жителей, и вовсе потребовала от них денег. Даже не думали об этом, что с нас деньги возьмут. Вот. Ну вот, говорили там. Вот сломался, очень серьезная деталь сломалась, за нее надо платить жильцам. Вот если вы будете платить, заплатите, то мы побыстрее сделаем. А если нет, то до Нового года, а может год останетесь без лифта. Может, они нарочно это делают, кто их знает. Может, у них детали есть и все нормально. А они просто хотят денег. По словам директора лифт-ремонта Василия Пантеева, о проблеме в доме номер 4/3 по улице Курчатова они знают и предпринимают меры, чтобы подъемная машина заработала в ближайшие дни. Из строя вышел главный редуктор привода лифта. Это механизм, который предназначен для передачи вращения от быстроходного электродвигателя тихоходному канатоведущему органу. И без него лифт никак не может работать. Поэтому сотрудники лифт-ремонта обратились за помощью на Могилевский завод лифтового машиностроения, чтобы там изготовили уникальную запчасть. Был принят заказ и пущено производство по изготовлению данного редуктора. Все сложилось хорошо. Пока шли, значит, собрания и работы управляющей компании с жителями, этот редуктор разготавливался. И своевременно, к моменту принятия решения собственникам жилья, решения по приобретению этого редуктора, редуктор, соответственно, к этому периоду был на заводе изготовлен. Была произведена транспортировка к нам его в город. В результате деталь оказалась с браком. В связи с этим сотрудники лифт-ремонта приняли решение повторно обратиться к Могилевскому заводу, чтобы те изготовили новый редуктор. На изготовление потребовалось более 60 дней. Сегодня редуктор на заводе производителей готов. На следующей неделе, это где-то, наверное, среда, четверг, редуктор, как мы ожидаем, ну, край пятница будет здесь в городе. Нами будет уже здесь организована незаменительная работа по его установке и запуску лифта в работу. Невзирая на то, это будет выходной, не выходной. По словам Василия Пантеева, лифт в доме номер 4/3 по улице Курчатова заработает в начале декабря. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.